Гранты на благоустройство. Муниципальное образование округа подвели итоги использования средств, выделенных из бюджета округа. На улучшение жизни сельчан было потрачено более 100 миллионов рублей. 12 муниципалитетов в прошлом году выиграли гранты от 2 до 20 миллионов рублей. Средства были использованы на усмотрение поселений. Администрация деревни Андик использовала грант в 5 миллионов рублей на самые необходимые – подсветка памятника героям войны, полкилометра тротуаров и универсальная спортивная площадка. Зимой она будет служить катком, а летом – площадкой для волейбола и баскетбола. Пешеходные тротуары старой деревни сделали, там вообще никогда их не было. И по набережной, по берегу. Ну все, лучше людям ходить. Ну и мост тоже, мост вообще разваливался. Сейчас можно и по нему ездить, и ходить можно. Потому что в Андике с одного берега на другой не попадешь. Практически в каждом населенном пункте, который стал победителем конкурса грантов, установили новые детские городки и спортивные площадки. Обновились тротуары и дороги, на улицах появились урны, скамьи и клумбы. Нальминос временно решил проблему с мусором. В поселке установили мусорные контейнеры на тракторных санях и смонтировали ограждение мест временного хранения твердых бытовых отходов. В Красном проведено дополнительное уличное освещение. В Оме закуплена снегоуборочная техника. В Нижней Пешино средства гранта обустроили водоотводную канаву и проложили дренажную трубу для осушения придомовых территорий. Кроме того, в селах привели в порядок памятники участникам Великой Отечественной войны. У нас было 4 миллиона выделено и проведено два мероприятия. Это восстановление памятника участникам Великой Отечественной войны и второе мероприятие – отсыпка подъездных путей. Мы все деньги освоили в полном объеме. В 2015 году все закончили, все мероприятия к концу года. Мероприятий в плане много. Конечно, наверное, будем подавать документы и участвовать. В итоге преобразить свои поселения смогли 12 муниципалитетов – Приморско-Акуйский, Великовисочный, Пёшский, Омский, Малоземельский, Тельвисочный, Юшарский, Карский, Колгуевский, Коткинский и Андикский. Годом ранее средства на благоустройство предоставлялись по другому принципу – по 4 тысячи рублей на одного жителя поселения. В 2015-м подход был изменен. Размер выплат зависел от выполненных работ по благоустройству в предыдущем году. В 2016 году в бюджет запланированы средства на предоставление грантов муниципальному образованию. Там порядка сейчас 100 миллионов рублей. В настоящее время разрабатывается новый порядок, уточненный. Возможно, гранты будут предоставляться на определенные цели. Для этого поселению будет необходимо составить проект и защитить его в департаменте. Валентина Чибичек, телеканал «Север».